заречных микрорайонах прошел эко-субботник. Жители могли сдать накопившиеся батарейки, градусники, лампы и макулатуру. Причем организовали акцию как настоящий уличный праздник. Тюменцев развлекали клоуны, малыши читали стихи о чистоте и играли в игры. За принесенные опасные бытовые отходы все участники получили сладкие призы. В этом году уже просят нас жители, управляющая компания, совместно провести это мероприятие. Уже просят, чтобы это было ежегодно и систематично. Когда мы только начинали этим заниматься, мы увидели именно потенциал в этом, что это именно интересно. Мы стараемся делать, чтобы это было, ну, как бы трендово, да, модно. Отметим, что редакция ТСН не осталась в стороне. Мы с коллегами из Слух.ру копили батарейки целый месяц, чтобы утилизировать их как положено.